Тверской области оперативники пресекли кражу дорогостоящей иномарки. Злоумышленник был взят с поличным сразу после совершения преступления. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками отдела УМВД России по Конаковскому району и сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД на 168-м километре автодороги М-10 был задержан 46-летний житель города Твери. Злоумышленник был взят с поличным сразу после совершения кражи автомобиля импортного производства марки Kia K5. Стоимость автомобиля превышает 2 миллиона рублей. Владелец автомобиля не подозревал о краже транспортного средства и узнал об этом от сотрудников полиции. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным противоправным деяниям на территории региона. В патрульной службе 22 июня мы сообщали о собрании жителей многоэтажек по улице Фрунзе города Твери. Людей волнует будущее их микрорайона. На сегодняшний день в основном людей беспокоит отсутствие какой-либо информации достоверной о том, что будет происходить и на каком основании. 28 июня патрульная служба получила официальный комментарий о строительстве автомобильной дороги в этом районе от дирекции территориального дорожного фонда. На все вопросы жителей микрорайона, которые мы озвучили в нашем сюжете, ответил главный инженер дирекции Кирилл Шепелев. Материал готовится к эфиру. Смотрите в нашей программе завтра, 29 июня.